Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы устами малышей. Сегодня дети расскажут, где живет Дед Мороз летом. Живет Дед Мороз дома у себя, где пингвины. Он живет на Южном полюсе. Где зима, он там живет. Пока зима у нас не придет, а когда зима у нас придет, он приедет на своих санках с оленями. Нигде. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail@saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети».